Друзья, всем привет! Итак, прошло около суток, как я поместил ловушку. Опустил я ее пониже, примерно в толщу воды, где плавают клоуны, зебрасомы. Примерно в середине они постоянно тусуются. А до этого она стояла повыше, возле отсадника. Клоуны уже плавают рядышком, уже не боятся ее, привыкли. Зебрасома все еще обплывает стороной, но все же плавает рядышком. Я думаю, проголодается и заплывет 100%. Туда с помощью шприца закачал я Артемию. Артемия сейчас лежит на дне. И вот самка клоуна все же не сдержалась. И заплыла. Голод не тетка, да, как говорится. Ну вот она и попалась. У нее паника. Кстати, фишка этой ловушки еще в том, что шар прозрачный, а рыба в случае опасности, она плывет сразу вниз. На момент, как она заплыла, я отошел от баночки. Не было меня около 4 минут. И за это время, представляете, она выход так и не нашла. Вот эти 4 минуты я не стал вырезать. Я их перемотал, чтобы вы видели, что это действительно так. Ну, получается, можно не сидеть около этой ловушки, загнать туда корм и спокойно заниматься своими делами. Рыба туда заплывет. Вот я подошел. Тут кольца не видно. Вот я его дернул. И все. Ну вот, как видите, ловушка работает. В моей системе поймать рыбу просто нереально с моими скульптурами из СРК. Поэтому для меня этот вариант просто идеальный. Ну и креветку я тоже думаю, можно здесь ловить. Она уже заползала туда. Я не успевал просто дернуть. Ну вот как-то так. Спасибо за внимание. Пока всем.